И начнем выпуск с печальной новости из Москвы. Не стало Олега Табакова, актера, режиссера, художественного руководителя театров «Табакерка» и МХТ имени Чехова. Он умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах, исполнил около сотни театральных ролей. Его голосом говорят десятки мультипликационных персонажей, в том числе Кот Матроскин из Простоквашино. В его театральном колледже абсолютно бесплатно учились несколько талантливых школьников из Челябинской области. Их Табаков отбирал лично. На гастролях в Челябинске Олег Табаков был в 2008 году. Тогда в интервью он признался, что мама мечтала, чтобы он стал врачом-гинекологом. Но выбор Олега Павловича пал на школу-студию МХАТ. Целенаправленность и решительность сделали Олега лучшим учеником школы. Будучи студентом третьего курса, он сыграл первую роль в кино.